Всем привет, с вами Прия. Пришло время повскрывать недельные сундучки. Хоть в Warcraft то время я не особо уделил в прошлой неделе, но надеюсь, мне упадет что-нибудь достойное, ведь закрыл я пятнашечки абсолютно на всех. Что это? Это ступни. Нужные мне? Не знаю, время покажет. Верхний ярус, модификаторы кишащий, сотрясающий и укрепленный. Усиленное количество мобов, чуточку побольше их, при которых нужно держать рейндж-дистанцию хотя бы раз в 20 секунд, будет появляться войд-зона нарастающая, которой нежелательно цеплять какого-либо другого участника группы. Ну и каст, конечно, в этот момент надо стопнуть, чтобы не словить 3- или 4-секундную немоту. А также усиленный по хп и атаке трэш. Особо не душераздирающие модификаторы, так что они будут проходиться на ура. Ну и к тому же открытая сегодня цепочка в Силитусе, которая дает 126 уровень артефакта. В прошлом видео я подробно это рассмотрел и подробно рассказал, так что проявите, надеюсь, к этому свой интерес. С таким уровнем будет закрываться все намного еще легче. Да. 75 уровень согласованности армии погибели легиона. Это очень вкусно. А еще вкуснее будет лутать полезные вещицы на персонажей своих. Я лутанул что-нибудь такое классное сегодня. То, что я сразу же экипирую. Я что-то чувствую, нет. А хотелось бы, если честно. Так, дальше паладин. Потом я открою на воине и только потом на рыцаре смерти. Хочется накопить удачу к вскрытию сундука на ДК. Так, паладин. Что это? 980-е кольцо. А паладин у меня рекордсмен по луту различной бижутерии. Хорошее колечко на самом деле. Подумаю, нужно ли оно мне, скорее всего, да. Весьма еще неплохой юзабельный эффект, хоть он и мало дамагает, но это прирост. Такой, чуточку. Самое главное, правильно прожимать его. Там, по-моему, не раз в 30 секунд, как КД написано у этого кольца, а намного лучше прожимать раз в минуту, чтобы в дебаф не упороться и не сделать 5-минутным кулдаун юз кольца. Наплечники. Сураморского сета на плечнике. Окей, пускай лежат до поры до времени. Верхний ярус, но, увы, 14-й. Ладно. Ну и рыцарь смерти. После вскрытия сундуков я сделаю небольшой перерыв. Хотелось бы, конечно, чтобы этот перерыв был в пользу установки микрофонной стойки. Но, увы, она будет только завтра. Живите в Сибири, все у вас будет хорошо. Нет. Что же на рыцаря смерти упадет? Тринкет. Нужен мне? Я не думаю, что он мне нужен. Но стоит глянуть. Мало ли. Все возможно. Ну что ж. Всех вам благ, счастья, здоровья. Делайте квестовую цепочку на Силитус, а именно квест «Зов Вестника». Если же вы до него не дошли, то вам придется сделать первую цепочку, которая была дана в Силитусе еще пару месяцев назад. Все-таки она нужна для получения 126 уровня артефакта. Да. Очень сильно на самом деле. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги, не болейте. До скорого.